Валерия Джураева подозревают в том, что, будучи государственным служащим, он получил взятку за аренду и дальнейший выкуп бывшего детского сада «Сказка». По версии обвинения, с декабря 2012 по март 2013 года местное коммунальное предприятие, по указанию мэра, готовило техническую документацию и договоры на аренду здания. Джураев Валерий Мусаевич обвинувачивается в том, что он, будучи службовой особой, занимающей відповідальне становище, одержав хабар для виконання певних дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднаних з вимаганням. Валерий Джураев с обвинением согласен. Его адвокаты внесли на рассмотрение суда два прошения о пересмотре дела и отправке его на дорасследование. При подаче заявления в течение суток оно должно быть внесено в единый реестр досудебных расследований и по нему проводиться расследование и впоследствии приниматься решение. В нашем случае, исходя из заявления, из штампованного заявления, оно месяц не вносилось в реестр, Ваша честь. С какой целью? Из-за отсутствия истца и потерпевшей стороны суд решено было перенести. Следующее заседание назначили на 2 сентября. Если Валерия Джураева признают виновным, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Ростислав Сысоев, Екатерина Параханяк, «Панорама».